Вновь приветствую всех тех, кто пришел или остается на стриме по маджонгу. Только что я отыграл два раунда спортивный маджонг против нескольких игроков, в том числе Кумба Рус, игрок из России. И сейчас буду брать у него интервью небольшое. Вы можете пока накидывать в чат вопросы, если у вас есть какие-то собственные вопросы. Скажу в качестве представления буквально два слова. Виталий на сегодняшний день является номером один в рейтинге по спортивному маджонгу, который ведет Федерация маджонга России. То есть он топ-1 России. А по рейтингу, который ведет Европейская ассоциация маджонга, на сегодняшний день Виталий занимает, если я не ошибаюсь, 33 место. И среди россиян он второй в рейтинге. Лучше него только Степанов Владимир. Он на 20 месте. То есть лучший россиянин на 20, Виталий на 33. Что ж, звоню ему. Попробуем поговорить. Алло. Алло, алло. Привет. Да, привет. Так, ну вроде бы я тебя слышу, если в чате сейчас тоже через пару секунд отреагируют, слышно ли тебя. Так, ну я к результатам той партии, которая только что была, вернусь чуть позже. Вот. Хотя, конечно, хочется ругаться. Как же так получилось? Я играл на двусторонку, все. Значит, я перед началом звонка немножко тебя представил. Вот, но тем не менее, хочу парочку еще вопросов задать. Самый частый вопрос, который на стриме вот лично мне задают, давно, правда, уже не задавали, давно не было новых зрителей. Когда и почему ты нашел маджонг, или маджонг нашел тебя? Существует ведь много других игр, более популярных, известных. В общем, мог бы ты рассказать, каким образом ты вообще познакомился с маджонгом и начал в него играть? Окей, я думаю, что я буду в целом краток, потому что можно и полчаса разговаривать. Но в целом я бы так сказал, что я в шашки научился в 5 лет играть. И в принципе с маджонгом познакомился в 2003 году, то есть 12 лет назад. Но до этого времени я успел, значит, там, кандидат мастера по шашкам. В 87 году, это 20 с чем-то лет назад, выиграл Кубок Москвы по рензю в команде, по бриджу в команде и так далее, и так далее. Играю в го, в принципе, скажем так, умею играть, я просто не играл давно. И у меня был период, когда я сам конструировал игры, и в основном карточные, но в том числе и на доске, вот там варианты шахмат и т.д. и т.п. И в какой-то момент я как бы уже отголосками из каких-то сайтов услышал, что вот существует такая игра, которая нашу страну пока обходила. И в 2003 году я познакомился с правилами, это были правила Риичи. Но был период, и который, скажем, у всех начинающих он присутствует, а именно поиск, скажем так, толкователей правил и банально людей, с которыми можно сесть сыграть. Сейчас интернет развит, и можно сесть хоть в первый же день, найти и по крайней мере, посмотреть, как это происходит, и так далее, и так далее. Но лет 10 назад банально даже никто... Можно думать, что ты правила прочитал таким-то образом и понял, а на самом деле все наоборот. И играть не с кем было. И, соответственно, не считая одного турнира в 2006 году, где люди играли в маджонг, и в том числе потренировались, попробовали спортивные правила. Первый мой реальный турнир был... Собственно говоря, организованный в 2008 году, был первый чемпионат России. И, собственно, это был первый турнир, куда я пришел. И с тех пор пошла дорога вот для меня спортивного маджонга и вообще маджонга. Отлично. Но, кстати говоря, раз ты затронул турнирную часть, и насколько я помню, когда я активно, так сказать, играл, у тебя в онлайне получалось очень неплохо, а вот в офлайне, несмотря на большой опыт, в принципе, игры, наверное, ты самый
по времени самый опытный из игроков, которые сейчас активны. А у тебя в офлайне получалось не очень. Там были какие-то средние места, иногда даже низкие места. А Можно сейчас, я отвечу? да, сейчас, а сейчас Да, я открываю рейтинг и вижу, что ты на первом месте в российском рейтинге. Вот как так получилось? Что давай ж, я да. прокомментирую. Вот, выражаясь маджонговыми терминами панг, там, конг, да, да, я начинал, вот, у меня собралось, вот, собственно, с 2008 года 3 13 места, это когда мы обычно 20 человек собирались, то 13 место, это где-то нижняя треть, да, значит, 3 13 места, 3 десятых и так далее, и, в принципе, вообще говоря, не получалось. И только на третьем чемпионате России, это около 3,5 лет назад, что-то произошло, да, вот я, собственно, занял третье место, и, видимо, возможно, в тот момент я поверил в себя, да, потому что сейчас, если вот говоря два слова, да, я первый в рейтинге, и, соответственно, сейчас получается, что из последних достижений, да, в этом году просто ужас, да, я, например, выиграл действующий чемпион Москвы, год назад проходили, второе место в чемпионате России, несколько лет назад выиграл чемпионат Московской области, вторые места занимал, собственно, на чемпионате России. Второе и третье место занял. На чемпионат Европы съездил, 23 место из 200. Это первый турнир, очень хороший результат. И, видимо, что-то произошло, качественный какой-то переход произошел, потому что, может быть, лучше стал заниматься, может, пришло понимание. И, скорее всего, именно вопрос в том, что важно, если в первый период я играл онлайн и вживую не было даже потренироваться, то успех мой, например, чемпионата России третьего я могу точно, абсолютно связать с тем, что я купил набор у федерации, да, на нем долго тренировался, пытался понять, откуда за руку брать, стену и так далее. То есть именно понимание через руки, через какую-то ситуацию, и, ну и тогда это в таком духе. То есть, получается, мышечная память тебе помогла? Да, помогла. Понятно. Я вот сейчас смотрю на рейтинг, там у вас жестокая борьба с Бирюковым Игорем из Тамбова. У вас разница там в каких-то в десятые. Вот, поэтому смотри, все может скоро поменяться. Да. Да, ну, собственно, я сейчас первый, но уже с 9 на 9 июня, если посчитать, я буду вторым, а где-то в августе буду точно третьим, потому что уйдут чемпионаты, которые выиграл, а у нас они там падают по рейтингу, по весу. И так что, ну да, когда-то не будешь первым. Ну, да, больше, да, я был первым. Есть как бы. Какие у тебя планы на этот год? Я имею в виду в маджонге. Да, вот, собственно говоря, я бы так сказал, что я сейчас потихонечку перетекаю из игровой, то есть чисто потребительской зоны, в организаторскую. То есть, как бы я являюсь одним из там 3-5 людей, которые активно занимаются делами федерации. И, собственно говоря, вот я хотел бы в слове достижения, например, наверное, есть вторая, как бы, грань, а достижения это чисто игровые, это именно как вот потребитель, игрок, а есть еще как бы в каком смысле признание, сейчас я объясню, поясню, что имею в виду. Дело в том, что мы, Россия, вот начиная с нескольких лет назад, если в Европе рассматривать, во-первых, мы самая молодая, возможно, одна из молодых или самая молодая федерация, если посмотреть по ну, лицам, да, по среднему возрасту. И, возможно, это связано с тем, что в Европе играют в основном для, ну, скажем, когда уже там ближе к пенсионному возрасту просто нечего делать, грубо, очень совсем черно-белое себя разукрашивать, то здесь это какая-то действительно интерес, ну, там, какой-то другой, какие-то другие действующие драйвинг такой, другой. И, собственно говоря, вот что мы, собственно, сделали за последние 3 года? Во-первых, много лет назад мы запустили марафон, а 5 лет назад, и в этом году марафон, это, скажем, длительное онлайн-мероприятие на сервере Margin Time, где только что играли. И сейчас могут играть все участники, все желающие, а не только Россия. Уже отметилось больше там 180 человек. И, собственно говоря, это хорошая площадка. Раз, как бы. Второе, например. Например, мы стали первые проводить турниры по рассадке не случайной, которые, скажем, ну, в принципе, относительно хорошо работает, когда мало людей, и все со всеми успеют сыграть. А в больших турнирах рассадка, которую, скажем, мы называем здесь московская, реально это как бы переделанная швейцарка. Вот если в шахматах два человека встречаются, то здесь
В каждом туре играет 4. И рассадка, которая позволяет играть лидеров с лидером, рассаживать аутсайдеров с аутсайдерами, и при условии, чтобы никто ни с кем не пересекался, мы по такой рассадке играем уже 3 года. В Европе в одном турнире попробовали ее. И, в принципе, эта рассадка более честная, корректная, потому что позволяет лидеров с лидерами сыграть и определить сильнейших, и позволить, скажем, людям, которые не, ну, игрокам, которые не успевают достичь каких-то результатов в турнире в силу каких-то причин, играть, по крайней мере, в свой уровень с другими игроками, чтобы не полные нули получать. Собственно говоря, вот второе рассказал по поводу развития. Да, вот прошел только что 4-й сезон конкурса решения задач. Ну, Шерлок Холмс Маджонг, я являюсь автором. И это вообще неслыханное, собственно говоря, дело, потому что нигде в мире никто, вот, собственно, задачки не придумывает. То есть существуют какие-то колонки, там, стратегии и так далее, скорее в варианте, вот, расклад, что бы ты сделал. А здесь на заточенное под правила, где люди пишут: ой, спасибо, я даже не думал о правилах в таком контексте, и вообще о маджонге, что, оказывается, можно и то, и то. То есть люди начинают думать и говорить спасибо. Вот в последнем конкурсе участвовало 28 человек, ну, скажем, активно человек 15, которые со всей Европы, и Сингапура, и Азии, и так далее, и так далее. Ты можешь потом еще кинуть ссылочку в чат на эти задачки? Ну, да. И еще буквально я хочу сказать, очень важное начинание, мне кажется, крайне важное для именно будущего. Вот я буквально через 2 часа пойду на занятие. Значит, мы открыли в Москве в клубе «Меридиан» клуб для школьников. То есть, как бы, это как бы стандартная секция, уже вот прошло 1,5 месяца, и, собственно, сейчас летний сезон будет, закрытие, но с сентября собирается бум, это от школьников 12 лет. Туда, в принципе, и постарше приходят люди, как бы, но в целом я на полном серьезе собираюсь провести к концу года первый юниорский турнир. То есть, скажем, где-то это будет ноябрь или октябрь, ноябрь, декабрь, посмотрим по ситуации. То есть школьники приходят, и, собственно, им интересно, и мы сейчас ожидаем просто летом обычно спад вообще активности. И это важное начинание с точки зрения, ну, вот какого-то развития именно, ну, дальнейшего, совсем стратегического. Да, я, наверное, много говорю. Ну, есть такое, да. Но я знал, что ты будешь много говорить. Вот, поэтому был готов. Так, я хотел еще напоследок вернуться к игре, которую мы только что сыграли. В чате просили задать вопрос: полил ли ты стрим? То есть люди, когда смотрели, как ты маджонг за маджонгом там объявляешь, у них возникло подозрение, что ты подсматривал. Я выключился. Нет, я могу сказать, я играл, ну, скажем так, понимаю, кстати говоря, против нас играла чемпионка Европы, вот предыдущая. Из Венгрии? Да, это самое, Ильдико Харитина. Собственно говоря, вот, но, скажем так, да, существует доля какая-то, наверное, что помогла система, но, например, играя, ну, скажем, технично, я скорее свою игру определил бы в эту, именно эту, как техничная, то есть не спекулировать на каких-то редких возможностях, а четко понимая, собственно, как и должно быть, что вот есть один путь, есть второй путь, и немаловажно, вот, я читал это, собственно говоря, в стратегии, которую там, скажем, один из американских, там Том Слопер, есть такой исследователь у маджонга, и он говорит, что игрок маджонг должен быть гибким. Это не значит, что он должен кончиком носа там доставать до пола, да, но это значит, что нужно иметь возможность, иметь вариант Б и даже вариант В, и суметь, правильно балансируя между этими вариантами, отслеживая, что происходит, собственно говоря, достигаешь успеха, потому что игра носит вероятностный характер, потому что тайлы ты не видишь, как бы, да, ну, конечно, да. Если бы все видели тайлы, все бы играли идеально, но я играл, скажем так, мне же, может быть, система где-то помогала, но это так, это недоказуемо, но я играл корректно, как бы, технично, и она мне помогла, по вероятности, наверное, помогла мне. Ну вот, да, я... система тебе помогала, потому что, ну, скажем так, я обратил внимание сразу на то, что почти в каждой сдаче ты открывался на втором ходу, а иногда даже на первом. А то есть... это, наверное, метод, как бы, метод, я, если есть буквально минутка, я объясню мое видение. Дело в том, что есть разные игры, например, Ричи, это немножко другая игра. Спортивный маджон характеризуется тем, что, как правило, есть ситуации, когда надо, скажем, сидеть, ждать, не открываться, но основной смысл следующий, что спортивный маджон
существует множество путей сбора руки, и кто быстрее, тот и выиграл. И поэтому вместо типовых там 5-6 ходов сиди, жди, сбрасывай, потом набирай. И если план хотя бы приблизительно понятен, направление, которое может разветвиться в 2-3 плана, то, например, нормальная ситуация, когда взял Чоу, сбросил Тайла Нюров, который все равно будет 3-4 хода сбрасывать. И если приблизительно понятно, что складывается, то есть понятно, что как бы классическое виде стратегия заключается в том, что надо 5-6 ходов подождать, потом попытаться руку развивать, потом пытаться защищаться. И иногда бывает нужно просто на лету это делать. И вот если умеешь на лету делать, то ты выиграл мастера. Не умеешь, ты будешь, скорее всего, проигрывать. Но нужно балансировать между крайностями. Вот, наверное, мне удалось в этот раз. Хорошо, я тоже тогда учту, потому что я, в общем-то, тоже немножко придерживаюсь того, чтобы сначала подождать. Открываюсь рано только тогда, когда вот я чувствую, что не идет. Одна сдача, не идет вторая, третья, что нужно сюда как-то поломать. Тогда я начинаю уже быстро открываться. Ну окей, поздравляю тебя с результатом. Вот, я не знаю, смотрел ли ты предыдущую партию, где я 3 малых дракона собрал. Немного хозяйственных дел, думаю, поэтому. В общем, я в предыдущей партии собрал 3 малых драконов. Поэтому на этом моя удача закончилась, видимо. А я вот, может, еще буквально слово скажу, что у нас, вот, собственно, клуб «Мазян клуб» в Москве работает, он еще будет июнь работать. Мы учредили призы и шоколадки за большие фаны, но вчера у нас был результат, собрали 13 род больших драконов, я собрал малых драконов, и еще был результат, его, к сожалению, не дотянул, когда плюс 400 очков за 16-сдачную руку. Но после 8 сдач у человека было плюс 372. Можешь представить, как это вообще. Тут, к сожалению, 500 очков не дотянул, которые приз давали. Тут так что, в принципе, даже в живой игре, то есть не то, что пенять на систему, в живой игре абсолютно реально собирать вот руки. Согласен. Такие. Согласен. Вот, я видел, как это происходит. А, тут в чате спрашивают, играешь ли ты в Ричи, как много и, что тебе больше нравится, с Ричи или спортивный? Я в Ричи начал играть, для меня было просто, к сожалению, я переученный спортивщик, получается, и очень много людей приходит в Ричи сначала. Вчера, кстати говоря, редкий случай, пришел человек, который сказал, я играл в Ричи, но я хочу попробовать спортивный. Вот такие тоже есть. Но, и, собственно, я поучаствовал, мне удалось поучаствовать в 4 официальных турнирах вот, и машных. В первом турнире, конечно, был 64 место 72, когда сумел даже на 2 парах ожиданий на пангах сумел фуритены попасть. То есть я просто банально не понимал правил. И мне кажется, что основная проблема именно в том, что какие-то правила непонятны. Вот там, ну, их надо просто растолковывать, разжевывать. Но, в принципе, я в Ричи играю. И, честно говоря, домой, когда прихожу, вот сейчас у нас есть марафон онлайн, который по спортивным, но иногда, когда у меня точно нет времени, а точно, например, 1,5 часа, а есть минут 30-40, я сажусь на 1 круг Ричи и играю в Ричи. Вживую я играю редко, клуб Тысудзи по пятницам работает у нас в Москве, но у меня сейчас в летний период, когда закроются все клубы, скорее всего, после работы я буду ездить туда. То, что я в Ричи, я играю, игра другая, она мне тоже нравится своими нюансами, она, скажем, менее спортивная за счет элемента случайности, когда дор открывается, и вдруг рука выросла в 100 раз, там, не знаю, вот условно говоря. Это другой менталитет, то есть нужно собирать руку, закрываться, никогда не открываться, ну, практически, кроме редких ситуаций. И это другая игра. Кстати, я просто по поводу, 2 слова по поводу развития и других правил, хочу отметить, не знаю, говорил то или нет, что мы 8 марта провели, ну, экспериментальный турнир по 3-м правилам, скажем, это Зун Юн или Жан Ян, как там, который в основном популярен в Австралии и той части земного шара. Реально провели турнир по новым правилам для нас. Причем правил существует много, их Гонконг и Тайвань, но эти правила, они как бы по ним проводили серию, вот так называемый World Series of Mahjong, по аналогии как World Series of Poker и так далее. Вот, то есть какие-то крупные компании с большими спонсорскими деньгами там, и так далее, и так далее. Поэтому эти правила достаточно тоже сбалансированы, они другие, они находятся, наверное, посередине между Ричи и спортивным. Но вот, сворачивая тему и отвечая еще раз на вопрос, я играл в Ричи, мне, скорее всего, спортивный лучше нравится, но я исследую другие правила, и когда я, скажем, какую-то глубину поймаю для себя, может быть, и в Ричи я тоже достигну каких-то результатов. Например, через год планируется чемпионат Европы, есть определенная вероятность, Россия будет подавать заявку на проведение такого столь статусного мероприятия, да, даже в Москве,
не будем загадывать вперед, но вдруг. И я для себя поставил амбициозную цель попасть в те самые заветные 20 человек по рейтингу. Конечно, это нереально для меня. Ну а вдруг, да, чтобы, если он будет проходить в Москве, то я хочу поучаствовать в том числе даже в таком мероприятии. Это вот моя цель. И, ну, понимаете, хотя я очень внизу. Я думаю, что тебя все поддержат в этой цели. На нашем канале я постараюсь ограничиваться только спортивным и речи, чтобы у зрителей голова кругом не пошла от различных правил. Их действительно много разных. Но поскольку на трансляции приходят люди, которые вот сегодня пришел человек, который спросил, а что это за тайлы, что они означают. Понятно, что в такой ситуации добавлять еще какие-то правила это уже очень сложно. Так, ну спасибо тебе большое за ответы. Я так понимаю, что с тебя матч-реванш, я должен отыграться. Вот, так что как-нибудь однажды еще раз пересечемся. Обязательно зовите. Я, как правило, по воскресеньям с утра могу. Единственное, что вот у меня вот сейчас перекрывалось с этим, с клубом детским, но через 2 недели летом он будет закрыт, поэтому я могу более продолжительное время. Ну, отлично. Пожалуйста. Удачи тебе, не обижайте детей. Всем слушателям, наблюдателям и зрителям, и всем прицам хочу передать, ну, кстати, хорошее настроение, привет, спасибо, что пришли, слушайте, приходите в живую игру, играйте, смотрите, вам понравится. Отлично, спасибо, пока. Да, пока.